Сегодня все больше людей начинают вести активный образ жизни. Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха невероятно популярен не только у жителей города, но и гостей муниципалитета. Отсутствие нормальной парковки всегда было проблемой для посетителей. Скоро этот вопрос будет решен. Одинцовское ДРСУ укладывает асфальт под новую автостоянку и благоустраивает прилегающую территорию. В ближайшее время любители активного отдыха смогут оставлять здесь свои машины на время занятий. Здесь будет порядка 200 мест стояночек. Сейчас ведется подготовительная работа под верхний слой асфальтобетонного покрытия и благоустройство. Укладка асфальта – заключительный этап строительства парковки. До этого специалисты провели значительный объем земляных и инженерных работ. Первоначально снимался грунт где-то от метра до полутора метров, создавался профиль площадки. Затем отсыпалось основание, песок, щебень и нижний слой асфальтобетона. Предварительно, прежде чем все это выполнить, столкнулись с проблемой перекладка кабеля. После того, как кабель переложили, приступили к этим работам. Сейчас на объекте работает строительная техника и асфальтоукладочные машины. Экскаваторы выбирают лишний грунт, готовя поверхность для будущего газона. Новая парковка скоро откроется для посетителей трассы. Она позволит разгрузить площадку перед входом в парк. Сегодня это место плотно заставлено машинами. Сдача объекта намечена на вторую половину июля. Валерия Крючкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».